По левой стороне поехали. Ну, наверное, правильно рисуешь. Такие, что это за люди у меня в чате сидят? Я их не Справа знаю. или слева от Ашки? Слеп. Ну да, ну да, он просто тут человек ко мне клеился, и у меня было это, как это сказать, последний шанс, а тут просто все увели. Рене. Ой, я не знаю, чего вы там в полковом дисе постоянно ругаетесь. Постоянно что-то там делят, ругаются. О, они тут сами себя уже забивают. А я так смогу, интересно, сделать? Все такие поднялись, классные. Они все еще друг друга убивают, это че? Че происходит вообще в бою? А что там у тебя случилось, я не поняла. Так они друг друга убивают, враги. Враги? Да. Зачем? Уже минус 5 у них. А чем они убивают? На вертолетах. Ну, у них, может, весело, типа, хотя бы своих можно убить. Так, мы дальше, да, едем все. Ой, передо да. мной. М103. Так, сейчас я минутку, на минутку отойду. Так, меня охраняйте. Это типа расходимся на 2-3 метра в разные стороны и пытаемся набить лучший отряд. Да, Сванта еще и стоит. Так удачно. Толкивай воду ее. А там есть вода? Сейчас попробуем. Так мне кажется, мне масла не хватит. И роста. Он что, еще Вавантя успел убить, что ли? На вертолете? Ходу хана с Ванды.
Я все вижу. Беги, там где-то R3 стоит. Фух. Я ехал тебя прикрывать, и меня убили. Где-то отсюда. Да, толпой просто хотели меня тут. Ой, 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 ой. Ну вот. Че, утонула? Ты не утонул, застрял. Тоже хорошо. Нет, так то у меня хорошая позиция, если враг сюда поедет. Но он, скорее всего, не поедет. А я, кстати, тоже там застревал. Так он ни вперед, ни назад, ни в бок. Не, арбуз Вовка ел. Я не ела арбуз. У меня другие дела были. Попробуем как-нибудь тебя вытащить. Ну, ты смотри, я же стримлю не первый час, правильно? И как бы, я не знаю, может, ты там, ну, не пьешь, не, никуда ты не отходишь, у тебя дел нет, а у меня есть. Я не могу, он вообще не движется, вот он вроде как бы крутит. Ой, у нас тут танк. Гусеница, но он не хочет, я и в бок пробую, никуда не хочет. Сейчас попробую. А у тебя камень там снизу, да? Да, я в камень, получается, здесь уперлась. Говорит, сейчас попробуем, сам ты на что-то на мардере. А, ну, попробовали. Проверяй. Не, я пробую. Ни вправо, ни лево он не хочет никуда. Ладно. Сейчас, подожди, вытащим. Если я сам выйду, то тебя вытащим. Такие застряли. Командная работа, просто застряли все. Нет, я могу просто спокойно вот так вот встать и делать вид, что это тактика такая. Ну, в смысле, док, я еду. Так, сейчас. Он запал, опять неполная команда. Пробуй, двигайся. Это бутерброд был лишний какой-нибудь, наверное. Просто, да, это командная работа, просто все вот. И мы такие вдвоем остались на всю карту, походу. Я вообще удивлен, что я тебя смог вытащить на мардере. У нас, кстати, где-то здесь был враг, но я не знаю, он мог уже уехать. Не-не, он такой, знаешь, со стороны, короче, стоял и наблюдал там. Интересно, чем это все кончится, безобразие. Какие же они сказочные, да? Ага. Ну да, и ты не отвлекаешься от игры, правильно? Когда ты играешь, короче, ты просто сидишь и играешь. Как бы, ну, наплевать на все дела и на себя. На удивление странно, но я как будто слышу врага, но не могу понять. Или это я тебя слышу? Это может я еду. Не знаю. А, это у тебя же это свой полк был, правильно? У кого? У кого свой полк был? Ну, свой полк.
Блин, они, короче, потеряли фиговую тучу техники, и они все равно выигрывают. Да, нам надо просто А сбить их техника? точку. В сторону их не точки надо ехать. Так, едем, мы сейчас засветимся просто. А, давай не будем светиться. Я уже засвечусь. Тогда нам куда-то обратно ехать. Вот здесь можешь подняться через точку А. Нам надо просто сбить их точку, и тогда начнем выигрывать. Потому что у них техники тоже, кстати, не очень много. Ой, у меня танк такой зелененький-зелененький. Обратно тут. Это была тактика. У нас точку захватывают. Блин, синиточка сбила точку, и возле нашего кружится, и он, походу. Не двигается. В смысле, где тебя там не любят? Вовка наговаривает опять что-то. Он говорит, мы его не любим. Даже не знаю, что на это ответить. Так, он убил там ЛТшку или нет? Ну, Нет. непонятно. Нет. Спасибо, конечно, за подробности. Так, там где-то еще М163. Так, ну слушайте, туда едь, а я еду на точку. Угу. Ну, видишь, а я не такая. М163 меня разберет, если что. Кстати, да, у меня вот умирать очень часто это, ну, хорошо получается, короче, умирать. Что такое? Там кто-то есть? Угу. У тебя еще техника есть? Есть. Возьми такой, который ты убьешь врага. Нет такой. И захвати точку. Это приказ? Да. Ты же сказал, давай там... Что надо сделать? Вот у тебя такая задача. У меня задача сбить точку Б. Еще бы я просто знала, как бы доехать до этой точки, цены бы мне не было. По прямой. На тигре можно вообще не ехать. Круиз-контроль включаешь, все. Сам доедет. Да-да, если бы. Блин, жалко, что я... Надо было взять изначально что-нибудь это быстренькое. Вроде и врагов нету, и уже в районе точки. Блин, он там так хорошо стоит, что я его все еще не вижу. У меня враг. А он вот наших вырезает. Там кого-то одного забрать, что ли, не можете? Не понимаю, что там происходит у вас. Все, я забрал. Кое-как с горем пополам. Ох, давай точку захватывай. Я ремонтируюсь. Вот из... Ой, еще кто-то едет. На меня кинули арту, значит, у меня тут тоже кто-то есть. Да, у тебя там наверху был вот здесь вот. И мне это не нравится. И мне не нравится то, что получается, я сейчас между двумя... Вот. Два респа. И враг может ехать откуда угодно. Док, а тебе себя хорошо вести. А то тебе Санта уголек подарит. Так, я почти это сделал. А у меня еще самолет летит. Ой, я сам свою бомбу сбил. Ой, я сам свою бомбу. Так, я на ремонте, стою на точке. Жопа крит. Еще один? Крит. Я не понял, как он меня убил, ну ладно. Это плохо.
А чё, никого нету, да? Нет, я еще есть. Аккуратно, ты смотри, где он. Привет, привет. Блин, как мне не нравится здесь стоять. Он же меня сейчас может объехать, я даже... Вот это да! Что, убивает? Да, убивает. Причем я его не убиваю, прикинь, я не пробиваю зенитку. Ремонтируйся. Я ее просто стреляю, у меня снаряд, я не понимаю, сквозь нее что ли проходит? Да, скорее всего. Блин, просто это что за жесть такая? Ай-яй-яй. Короче, мне Блин, эти хана. откаты надоели. Капец, я на ремонте вечность. А я не могу сбить. И я не могу убить зенитку. Дожили. А я танк не могу убить. Кибер. Два рукожопа в бою. Две клешни встретились. Все, мне все-таки самолет забрал. Он меня, блин, столько раз пытался раз забрать. И у него это получилось. Блин, а этот раненый подранок так быстро едет. Так, я на него арту сейчас кину. Аккуратно. Он один там у тебя, да? Док, что с нами не так? Ну ладно, самолет там хоть взорвался. Их, короче, нету, Казара. Мы никак не можем справиться с этим ужасом. Что здесь происходит? Убил. Фух. Так, надо точку. Короче, на той точке зенитка. У меня ракет нету. Так, а как мне к точке проехать? Что за фигня? Да что за откаты? Мне тоже откатило. У меня... Ну, мы можем... Не, мы не можем. Сейчас, если мы вдвоем поедем на точку, он приедет сюда, мы за ним будем гоняться, да? Давай нашу забирать. По Давай. очкам мы выигрываем. Да? По времени 6 минут осталось. Давай. Всего лишь. У них двое. У них двое? Двое живых. Это, короче, ужас какой-то. Так, давай только так стоять. Я буду... Давай ты на точке будешь стоять, и я рядом, чтобы если вдруг Да, там давай. воздух, чтобы не прилетело Хорошо, двоим. хорошо. Так я где-нибудь так встану, А, чтобы ну, меня не вполне, свалили. вполне можно как-нибудь сыграть. У меня просто сейчас откатится арта, но до точки я ее, блин, не докину. Хотя я могла бы его забрать артой, по идее. Это расходка? Походу расходку кинули кто-то рядом. Да, значит, он рядом. Потому что отсюда я не могу расходку до туда докинуть. Я вот не пойму. Давай я право смотрю, ты лево. Давай. Сейчас нам слева, короче, прилетает, и я ни хрена не вижу.
Слева. Слева где? Так по карте смотри. А. Ё-моё. Я ему ничего не вынес. Опять ничего не вынес. Блин, я бортом к нему стою. Без ствола. Он на месте там стоит, тебе не видно? Да-да-да, он на месте. Так, он отъехал, походу. Да. Блин, я на ремонте стою. Ну, аккуратно, к нам может второй приехать. Второй уже забрал точку. Этот пытается слева объехать. У трупа стоит. Казар, ты с точки съехал? Да. Ты ж чуть-чуть бы ее захватил. Или я он... тебя прикрывал. Я вижу его тараканий усик. Торчит там. Так. Ломай ему усы. Да, если бы можно, знаешь, попасть, короче. Ой, он ой-ой. На меня смотрит. Кританула командира. Ну, правда, командир это ни о чем, да? Угу, по сути, да. Он меня забрал. Эй, не говори, что я тут одна осталась. Сейчас посмотрим. Нет, у меня маус, но я буду, наверное, долго подниматься, так что не умирай. Арту на него кидай, у мауса ж есть арта? У мауса нету. У мауса нет арты? Mm-mm. У тяжелых танков нету арты. У нас точку забирают, да? А, нет, это просто ты ее не захватил. Угу. Я надеюсь, ты его заберешь. А, нет, я не заберу его. Давай, забери его, забери его. Надо мной, да, забери нет. Его как-нибудь, забери. Ой, это ужас, короче, какой-то. Это вообще... Это ужас. Ужас. Да. Блин, ну как так? Мы сейчас будем по очкам проигрывать за то, что еще точку нас не захватит. Две минуты, да. Не, ну мы по очкам не будем проигрывать, нам просто надо его убить, этого. У нас еще зенитка где-нибудь. Где-нибудь? Так она сюда едет тоже, где-нибудь она едет сюда, и это уже как бы не есть хорошо. Это вообще никак не есть, если честно, у нас две минуты, чтобы убить, минуты 45. Я на нее кинула дальше. Арту. Попала. Вовка, комментатор. Вовка, и так страшно. У меня уже ручки трясутся. От этого ужасного боя. Так, я его отсюда не вижу или вижу? Вижу. Убил. Ух, его убил. Захватывай точку. Так, зенитка еще где-то. И она вполне может к нам ехать. Может. Я тоже на точку встану. Давай. А у этого еще танки есть. Только подальше. Ну, как развернусь, так и встану. Мы точно по очкам выиграем. Одинаково очков. Одинаково очков. Вот я тоже как бы и думаю, как они это засчитают. То есть... То, что у нас точки нету, как... Ну, первый раз такая фигня. Вовка, как футбольный матч или хоккейный комментирует. Не, у меня же сейчас полная пати.
Ну это реально, блин, провалены Понял. миссии Из-за зрачков у нечестно. инстационной, скорее всего. Ну, Да, но тут я, скорее всего, лоханулся. Надо было тачку блин. забрать тогда и уже ехать. Я думал, мы его сейчас с двух сторон зажмем. Ой, даже слушай, это спасатель истребителя заработала 2 раза. Нифига себе. Ну, так нечестно.